Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Польза.ком, и сегодня очередной раз я попытаюсь вас улыбнуть и поднять ваше настроение тем, что расскажу вам о крайне интересном продукте, по моему мнению, а именно о очках фирмы Xiaomi Redmi B1. Xiaomi, как вы знаете, пытается всегда охватить как можно больше сфер нашей жизнедеятельности. И это ее постоянно вынуждает придумывать, начиная от продажи салфеток и заканчивая очками. Так вот, что я сегодня бы хотел рассказать. Где-то год назад я купил себе эти очки. Они мне обошлись около 50 баксов, я надеялся, что через год они станут дешевле, дешевле не стали, и наконец я решил вам о них рассказать. Как вы видите, коробка просто фантасмагорична, и если даже вы не хотите их себе покупать, рассмотрите их как подарок. Почему? Потому что он минимум полезный, а максимум красивый. Так вот, по моему мнению, очки получились крайне минималистичными и вряд ли соответствующими модным тенденциям. Хотя хочу отметить, что на ком я их не мерил, показывать лица я сегодня не буду. Они идут всем. Узкие лица, широкие лица. Я, допустим, вообще очки не ношу, но люди, которые видели меня в них, говорили: ну что, польза, ты теперь хотя бы выглядишь, как будто ты умный. Хотя при разработке очков упор делался не на дизайнерскую составляющую, а на обеспечение защиты пользователя от испускаемых любыми с дисплеями синих и фиолетовых волн. Их продолжительное воздействие как раз и приводит к нагрузке на органы зрения, появлению ощущения усталости глаз, у последующей утрате спектральной чувствительности из-за нарушений привычного функционирования сетчатки. Пока я распаковываю, вы видите, что в упаковке, что в комплекте, двое сменных душек, чехол, тряпочка, чтобы протирать линзы, собственно, очки и два вида накладки на переносице. Так вот, 9-слойные линзы без диоптрии в очках от Xiaomi призваны сохранить зрение и сделать длительную работу за компьютером или любым мобильным устройством максимально безопасным для ваших глаз. Комфорт при повседневной эксплуатации обеспечивает и модульная конструкция очков, которая позволяет снять носоупоры и простым движением отсоединить при необходимости дужки. Провести самостоятельную замену элементов конструкции в случаях поломки легко, и можно поменять детали на спортивно ориентированные элементы для надежной фиксации во время бега либо игры в футбол. Эти очки не имеют версии для мужчин или женщин, предполагается, что это унисекс, без каких-либо предрассудков. Они, как и любые качественные солнцезащитные очки, справляются с воздействием на глаза ультрафиолетовых лучей. Поэтому очки Xiaomi оказываются весьма уместным приобретением для любителей путешествовать по жарким странам и тех, кто по долгу службы проводит под солнцем весь свой день. Масса очков не превышает 20 грамм за счет выбранного в качестве материала изготовления пластика TR90, который как раз считается оптимальным решением для подобного рода продукции. Разработчики предлагают несколько цветовых и дизайнерских решений для оправ, чтобы подчеркнуть вместе с Redmi вашу индивидуальность. В конце видео я добавляю конкурс, он будет без слов. Вы увидите, кто победил и каким образом рандомно я их выбираю победителя. Про очки. Они удобные. Как вы видите, довольно легко собираются. Я, как 34-летний человек, не носящий очки, не то чтобы начал завидовать людям в очках, но теперь понимаю, что от оправы зависит очень многое. Если когда-то в жизни мне придется носить очки по причине ухудшения зрения, то, скорее всего, я буду пытаться найти оправу Xiaomi. На канале всегда три конкурса. Сегодня я разыгрываю Honor Band 3. Он уйдет вот этому человечку, который вы увидите в конце видео. Соответственно, следующий конкурс переносится на 30 октября. Honor Band 3 получит человек, кто нажмет на колокольчик, подпишется, оставит осмысленный комментарий и лайк к любому из видео. И рандомно мы его 30-го выберем. В следующем ролике я покажу вам умные часы Meizu. Извините, если этот был не слишком веселый, не слишком динамичный, но вот такой вот продукт. Поверьте, он интересный, поверьте, его стоит дарить близким людям. И поверьте, если эти очки у вас появятся, вы точно будете ими пользоваться. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья, ваша польза.ком.